Привет, друзья! И рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет с вами технический выпуск. Вернее, такой говновыпуск, который мне, блин, вот он вообще не нравится, но я решил вам его все равно сделать, записать и показать. В одном из предыдущих технических выпусков я рассказывал вам о том, что у нас проблемы с Windlass или с якорной лебедкой. Мы купили новую, поменяли, но на ней не было такого пластмассового кожуха. Я его поставил таким образом, чтобы его якобы не заливала вода, но, естественно, его заливала вода. И после того, как у нас якорь просто перестал работать, мне пришлось разобрать опять якорную лебедку, помыть. Но сегодня мы будем делать этот гребаный кожух из файбергласса, потому что купить его здесь нигде нельзя. Это лебедки Люмор, под них ничего нету. Есть под Quick, есть под Лофрейн, но вот именно под Люмор ничего нету. Поэтому мы запасаемся стеклотканью, всякой жижей, садимся и начинаем лепить из говна пулю. Yes! Вот она, якорная лебедка. Вот эта гадость портит мне всю жизнь. Короче, вот увидите, тут даже вон на болтиках есть еще остатки ржавчины. Но я его вот вроде весь вымыл, и он вроде такой уже там стал чистенький. Он был, конечно, намного печальнее. Ну, то есть эта часть вообще хорошая, а вот с мотором там была засада. То есть я его сейчас вот смазал. И у меня от старого мотора вот был такой кожух. Но он сюда, естественно, не одевается, и нам нужно будет сделать вот похожий из фибергласса. И сейчас я это буду делать. О, как я это ненавижу все. Ну что, делаем матрицу. Для начала мы просто берем картон и делаем из него что-то наподобие вот такого вот кожуха. Только замеряем его размеры, делаем его немножечко побольше. Короче, будет вот такая вот фиговина. Вот. Ровнее клей. С чем? У тебя там зазор какой-то, я вижу. Ничего страшного. Ну как это? Оно кривое. Смотри, какая штука получилась красивая. Сейчас, контроль качества. Ну, короче, получилась вот такая вот штука. И сейчас я под нее вырезаю крышечки для того, чтобы сделать ей просто правильную форму. Ну и, собственно, а где крышечки, там и их приклеечки. Только главное сейчас это сделать ровно, потому что типа вот край в край. Край в край, да, да. Все верно. Вундабар. Короче, получилась вот такая ненавязчивая конструкция, которую вот если мы сюда будем одевать, вот она вот так вот садится. Если ее сделать там чуть-чуть побольше, то я думаю, что все будет прекрасно. Вот. И, собственно, вот ее сейчас я буду обклеивать фибергласом. Ух ты, какая штука! Удобно! Воняет. Так, кто-то мне тут рассказывал, что я без перчаток работаю. Вот, смотрите, врут, в перчатках.
отсюда все лишнее, вот типа вот так вот, и оставлю только ту форму, которая была изначально сделана. Так, ну вот, лишнее обрезано, получилась такая вот уродская коробочка. Сейчас я из нее повынимаю все, что здесь лишнее, типа вот этих вот картонок. Снимаются они, как вы видите, очень несложно. Так, вот вы видите вот этот кант. Это как раз вот тот, как мне нужно его обрезать для того, чтобы получилось его одеть. И потом нужно будет засверлить вот здесь вот дырочки. Ну, это вот так это все выглядит. Так, ну что, проверяем. Ну, вот так. Тут сверлим дырочки. Тут. И садим такую красивую крышку на силикон. Ну, такой, блин, сраный колхоз. Но пока не купим нормальную. Ну что, начинаем прикручивать это все на место. Видите, я постелил полотенечко на люк. Не надо. Все в порядке. Все нормально. Все отлично. Так, у нас есть три провода, которые мы сейчас будем зачищать. Так, все, эти три части готовы, заведены. Делаем большое дело. Так, а сейчас берем просто, размазываем вот так тупо пальцем силикон, который уже немножечко застыл, и где не заполнено, заполняем. Короче, вот так вот это получилось. Выглядит оно все, конечно, немножечко по-уродски, но вы же понимаете, что это все колхоз. Причем такой колхоз забористый. Мы потом такую вот фигню купим, просто сейчас ее здесь нету, не продается, а заказывать у нас времени нету, мы через неделю уже стартуем. Поэтому будет просто тупо функционально временное решение для якорной лебедки. Теперь ждем, пока оно все застынет. Итак, вот пришло время наверняка прикручивать лебедку. У меня в руках ключ на 13, это значит, что сейчас я буду закручивать эти 4 гайки и ставить эту лебедку куда-то внутрь. Она уже засохла, а так как у нас здесь раздуло, то лучше это сделать максимально быстро, на всякий случай. Ну, естественно, здесь все засохло, отлично, подходит. Начинаем ставить ее внутрь.
Так, теперь вот на эту шпильку одеваем весь этот мотор. Вот видно паз, и он туда должен войти. Сейчас начинается такой дрочильник, блин. Сюда подлезть ничем нельзя. Нужно просто брать ключ, так по чуть-чуть, так тык-тык-тык-тык-тык. И посадить на место всю эту, блин, весь этот редуктор. И не забыть про проводок. Все, закрутил, запускаем, проверяем. Так, идем проверять рабочую лебедку. А задувает, я так и скажу, не по-детски совсем. Я думаю, под тридцаточку лупит. Ну что ж, поздравляю, все работает. Подключаем теперь сенсор якорной лебедки, счетчик цепи. Ну, это просто соединяем проводочки, ну и все, проверяем работу, чтобы именно считало. Так, вот первый готов. Сверху одеваем еще термоусадочку, и будет вообще классно. Работает. Ундаба. Теперь берем хомуты и идем наводить там полный порядок. Так, ну все, я хомутами все закрепил. Нормально, цепь нигде не будет затирать, потому что она будет опускаться здесь просто вертикально. Ну, может, сейчас чуть-чуть я так кверху вот эту часть подтяну. И все. В принципе, с этим, на этом и закончим. На этом, наверное, мы и закрываем тему нашего сегодняшнего колхозного тюнинга. И жить это у нас на лебедке будет до тех пор, пока мы не купим нормальную крышку и посадим ее на нормальные места, потому что я против такого колхоза. Но пока так, это вынужденная мера на короткий промежуток времени. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, и мы с вами будем уже через несколько дней. Пока!